Здравствуйте. Здравствуйте, да. Можно я тут? Здравствуйте. Можете, пожалуйста, тут у меня тут эта штука есть. Смотрите, можете, пожалуйста, это оценить, пожалуйста. Что, блядь, что это? Здравствуйте! Это что такое? Мы не знаем, что это такое. Покажи кота. Ты же любишь котов. Давай, где там? Я с Новосибирска, привет. С Новосибирска, район Давыда, Ленинский. Да. Во-первых, если ты что-то кушаешь, а скорее всего ты что-то кушаешь, приятного тебе аппетита. Ну и во-вторых, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алик. Сейчас пойдем смотреть, что у меня получилось набрать в чат рулетки за последнее время. Мини-спойлер, будет очень много смеха, будут очень необычные люди. Кто-то из них для вас даже споет. Ну и финальный босс под конец ролика. Очень рекомендую досмотреть до конца, потому что, я не знаю, вы любите всякую жесть, очень какие-то странные поступки, поэтому досматривай до конца. Средний танк Супер Шерман является израильской модификацией американского среднего танка Шерман. Последний наиболее мощный танк семейства Шерман был создан. А ты, бляха. Посмотри сюда. Блин, они везде смотрят, но не в камеру. Здорово, ты. Отъебись. А им вообще похеру, вообще. Котам вообще похеру на битбокс. У него такое выражение лица, как будто он постиг смысл жизни. Изначально я хотел его назвать Чушара. Шикарных или атласных, блядь, в космос ты летишь, мне на это насрать, понимаешь? Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечной вечностью. Что происходит? Такое ощущение, что это вот кот, который стримит чат-рулетку. Если бы коты стримили чат-рулетку, они бы вот такие бы и были бы. Здравствуйте. Как ваш день? Все отлично. Хочешь битбокс? Ты сделаешь мне битбокс? Я сделаю тебе хоть что. Блядь, ты чё, гонишь, что ли? Ты чё, гонишь, что ли, или чё? Hello, Russian. Hello. My name is Alex. What's your name? My name is Dima. My name is Andrew. Very nice. Andrew. My name is Andrew. Ты говоришь по-русски, я тебя знаю, что ты чехов. Блядь. Ну... Это что было? Братан, ты битбоксер же? Скажи вот так. Пра. Пра. Хорош, теперь смотри. Пра. Пра. Я так не смогу. Конечно, нет. Раунд! Нормально, я нормально стилишь. Вообще, вот горловой бас, который... Его лучше, конечно, читать там с дабстепом с каким-нибудь, типа... Как Рипс Уан делает, типа... Это кто, Донатик? Чем такое? Это типа, знаешь, это просто пававил, кававил, пававил, кававил, пававил, скававил. Ебануться! Ты же Алик! Ебаный в рот! Ебануться! Я в ахуе! Фига он на Филиппка похож, кстати. Чуть-чуть. Ебать! Ты? Это было как-то ЧСВшно. А мне пофиг. Попадаешь ко мне в ролик, скорее всего. Я могу быть разной. А, ресейлер, все, я понимаю. Понимаю. Алик, тебе вообще респект, короче. Взаимно. Я себе просто черные не хочу, мне кажется, мне не пойдут. Я люблю белые кроссы больше всего. Я хочу от тебя детей. О, даже так? Я хочу от него детей. Бедный Алик. Он может тебе изи достать любые. Киря!
Ты зачем мне сейчас это говоришь? Тополь. Ну... Ну, узнай у него... Ну, хорошо, узнай у него, сколько 500-е вот эти вот, 500-е, которые я хотела, стоят. 7 US. Мы сейчас смотрели твой прямой эфир и хотели на тебя наткнуться. Давай, пожалуйста, сделай это. Детей? Детей тебе? Ты с Москвы? Нет, то, что ты делаешь ртом. Аккуратнее с языком, молодой человек. Ресторатор. О, господи. Что вы? Что это? Что с вами? Здравствуйте. Что с вами, малыхи? Мы были на дискотеке. Подари нам кресло свое. Может быть, тебе дать еще ключ? Это что за... Где деньги лежат? А вы откуда? Как зовут хоть? Мы из Бурмакина. Приезжай к нам в Ярославской области. Приезжай к нам, говорит, не дай бог. А чего? Мы с тобой самогоночку будем пить. Вот с этого момента попадем. Хотите, чтобы я... Так же, таким же, вот так же выглядел. У нее фингал под глазом. А если я вот так буду выглядеть, я вам понравлюсь? Ты нам и так понравился, приезжай. Стас, приезжай. Приезжай. Стас, приезжай. Стас, привет. Я помню это. Смотри, что у меня, смотри. Че это такое было-то? Я тут не могу. Ой, да ладно, не пизди. Вы понимаете, что они это без рофла делают? Давай поражай меня, давай. Когда приедешь, все покажем. Оу май. Ты охренел, что ли? Шо? Лохматый, блин. А что тебе не нравится? Рука моя не нравится? Что тебе, нормальная волосатая рука? Нет, не рука. А что, ты усы? Все в тебе хорошо. Все хорошо? Отдашься мне? Нет. А что тебя останавливает? Ты не едешь сюда. А если приеду, отдашься? Нет! Какого хера? Только после свадьбы! Да не пизди мне! Подожди, у твоей подруги спрошу, может, она раньше. Утренние пташки! Смотри, а сколько выпить? Какого хера, блядь? Подъем засчитан, между прочим. У твоей подружки с фантазией получше, чем у тебя. Ну и ладно. Ну и хуй с ним. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? А чё ты орёшь-то? Я не ору, я думал, что вы меня не слышите. Нахуй ты орёшь-то? Да чё за предъявы? Что значит нахуй орёшь? Мыслись, бля, иди нахуй. Короткий разговор, короче. Это не я слишком сильно ору. Это у тебя... Ой, кажется, какая-то секта в чат подъехала. Как у тебя большие ушки? Ну просто действительно. Если не всматриваться, то нельзя, ну, можно не заметить огромную собаку справа. По-моему, слушай, выходи из чата. Киря, тебя покарает. Рулетка, у тебя собака, внимания не хватает. Ну что ты, все лезет к тебе, а ты, блин, в чат рулетки сидишь. Иди, нет, поиграй. Нет, просто жрать хочет. Опять начинается любовь. Но любовь, по-моему, не ко мне. Чу? Рыжие люди всегда смеются сам начать. О, вот рыжая. Блин, да, нет. Не как у тебя дела, рыжуля? Все хорошо, да. Ты откуда, привет? Я с Москвы, привет. А ты откуда? Я с Новосибирска, привет. С Новосибирска, район, да, когда, Ленинский. Да. Хочешь, я тебе даже дом твой скажу, улицу? Давай дом хотя бы, ну. У тебя вот серенький такой, знаешь, вот такой домик у тебя серенький. Это он, господи, это он! Он прилетел спасти нас. Это капитан Очевидность. Этаж у тебя знаешь какой? Он выше четвертого или ниже? Ниже. Ниже? А ниже третьего или выше? Давай, угадывай сам. Третий? Нет. Тогда не второй? Нет. Первый? Да. Да ладно! Не зря я высшее образование получил, нихера себе. Ты умеешь петь? Привет. Сможешь мне спеть что-нибудь? А я тебе покажу, как капают люди. Чего, блядь? Как что делают? Как капают люди. Капают? А я тоже так умею, только когда в щеку ударяю. Не умеешь ты ничего, а ну покажи. А ну покажи. Давай, спой. Нет. Ну ж почему? Вы, блин, и талантливые люди мне здесь попадаются и не поют. Почему? Потому что мы стеснительные. Вот лучше бы, сука, анонисты такими стеснительными были. Сидят вот это вот, гоняют здесь днями и ночами. Чё-то я ни разу не встречал здесь анониста, который...
Ну да. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Можно я тут Здравствуйте. Это... Можете, пожалуйста, тут у меня тут эта штука есть. Смотрите, можете, пожалуйста, это оценить, пожалуйста. Почему такого вот с анонистами нету, а вот с вами есть? Можешь мне объяснить? Ну не уговаривай меня, пожалуйста. A few moments later. Снег кружится за окном. Спишь ты крепко тихим сном. Красиво и мило, просыпайся, тут зима. Сердце мне свое открой, я пришел к тебе с душой. Ты меня не отвергай, шанс с тобой быть не дай. Будь со мной, будь со мной, будь со мной, ангел мой. Будь со мной, будь со мной, будь со мной, ангел мой. Ну, короче, вот. Ты, у тебя есть страх сцены? Mm-hmm. Нет? А какая самая большая аудитория, на которую ты выступал? Ну, достаточно большая. Я не знаю по количеству, но... Ну, примерно. Ну, за раз может человек 500. 500. Ну, ты побила свой рекорд. Ох, да что ты... Откуда ты знаешь, что я побила свой собственный рекорд? Ну что ты намекаешь? Ты побила его в 7 раз? В смысле? Молодец. В смысле? Вот это смех сейчас был, давай еще раз. Нет. Та-та-та-та. Ты у меня на стриме сидишь, тебя сейчас... Да ладно, серьезно, что ли? Тебя сейчас 3500 человек увидел. Но это еще нормально, как бы. Я не на основном канале стримлю, там 10 бы сидело примерно. Это нормально. Представляешь, 3500 человек, офигеть можно, да? Да, конечно. Блядь. Кто помнит этого парня с моего ролика? Как правильно сказать, парня или девушку? Этот, ты татуху себе набил? Да. Как обращаться, набила или... Чё-то я его не помню. Набила. Ты серьезно? Смотри, я тебе сейчас покажу прикольную татуху, но на ютубе её не делал. Не надо, я закрыл. Не надо мне её показывать, нет. А, все, да, точно прости. Не надо. А там единорог был. Смотри, прикол. Тут надпись. Это мой инстаграм. Пиздец, нихуя себе. Ты набил себе инстаграм на лбу? Ты набил свою инсту, а если ты поменять захочешь, Ник? Да ладно, всем похуй, ты чё? Как на тебя тут реагируют? Ну, по сути, так же, красавица, давай познакомимся. Да не может быть. Ты хочешь сказать, что здесь есть мужики в чат-рулетке, которые к тебе клеются? Да. Я в шоке! Нет, когда они не слышат мой голос. Ну, типа, знаешь, я вот так сижу. Они что-то говорят? Я жестами им отвечаю, а потом происходит чудо. И чё они потом? Лол. Бомбят. Да, финики жру. Ну, скорее всего, бомбят из-за того, что их, возможно, зацепила моя внешность. И они думали, что я девушка. Стандартная девушка. Вот. И когда они узнают правду... А тут сюрприз, блядь! И они просто, короче, себя ненавидят, походу. Типа, блядь. 21 век на дворе, поэтому надо быть аккуратнее. Аккуратнее. Надо быть, короче, этот... Да. Надо быть аккуратным. Да. Да, братан. Я специально запикал инсту, чтобы вы не подумали, что это какая-то реклама. Пока, Вадим. Я старался как можно больше уделить времени монтажу этого ролика. Я надеюсь, тебе понравилось. Надеюсь, вот эти вставочки, все это тебе прям зашло. Если это так, не поленись, поставь лайк. И у тебя бесконечно. Я буду тебе крайне... Да, я поняла, Кась. Что было? Ничего не было. Еще. Только финики. А, ну до этого я кушала клюкву. Я обещаю себя в инсте, ссылку на нее оставлю в описании. Я там обычно сторис публикую о том, что начинается стрим. И ты не сможешь его пропустить. Где-то вот здесь появится еще один мой ролик. Посмотри его обязательно тоже. Улыбайся чаще. Пока.